Жители Аксу сообщили о правонарушениях более 1000 раз. Это стало возможно благодаря новому приложению «Халык Тумара». Самых активных пользователей поощрили благодарственными письмами и подарками. Приложение «Халык Тумары» в работе уже полгода. В заседании приняли участие представители прокуратуры Аксу, жилищно-коммунального управления города и разработчик проекта. Они подвели промежуточные итоги. В целом поступило порядка 1100 обращений. В основном это исполнители, это у нас отдел полиции и жилищно-коммунальное хозяйство, то есть отдел местного исполнительного органа. Вопросы, то есть именно по профилактике правонарушений, то есть если это отдел полиции, там собственность, либо бывает там различный момент, то это к ним. Если уже по линии коммунального хозяйства, то это уже ЖКХ самостоятельно отрабатывать. Эффект есть, то есть именно то, что которые граждане указывают на нарушения, уполномоченные органы, государственные органы, правоохранительные органы стараются в короткий промежуток времени, то есть устранить ситуацию. Самым вовлеченным пользователям торжественно вручили благодарственные письма. Одна из таких горожан – Дария Ертай. Она подала более 40 обращений в уполномоченные органы и накопила около 3000 бонусов, которые теперь сможет потратить на проезд и скидки в супермаркетах. В основном я обращаюсь по вопросам ЖКХ, полиции и СЭС. Я активно отстаиваю свои гражданские позиции. Для меня очень важно, чтобы мой город Аксу преображался. Напомним, проект пока стартовал только в Аксу. Главной его целью является снижение преступности, вовлечение населения в профилактику правонарушений и формирование в обществе нулевой терпимости к ним. Анастасия Ерш, Алексей Мехедов, Ертыс Акпарат из города Аксу.